Традиционные массовые гуляния отменены по всей Московской области, но хорошую погоду, яркое солнце отменить невозможно. В парк Лазутенко пришли юные спортсмены, чтобы поучаствовать в лыжных гонках. Назад, внимание, марш! На лыжне в парке культуры и отдыха нешуточные страсти. Дружно стартуют малыши, участники лыжной гонки для самых юных спортсменов «Ладушки-оладушки». Традиционный масленичный забег прошел в 6 возрастных категориях. Сегодня мы приняли решение сделать вот такой забег, приуроченный к масленице. И отрадно то, что больше 200 детей сегодня вышло на старт этой, можно сказать, шуточной такой праздничной гонки, но... Я надеюсь, что все получили огромное удовольствие от этого мероприятия. В этом году так называемая «блинная гонка» стала настоящим спортивным состязанием. Юные участники еще не очень уверенно стоят на лыжах, но сражаются за победу как профессионалы. Победители получат кубки. В предыдущие года мы делали это в формате праздника такого с нарядами, то сейчас очень многие дети даже отказываются от нарядов, чтобы показать лучший результат, потому что она приобрела масштаб. 600 метров для самых маленьких, 1200 для лыжников постарше. Падение и усталость никого не пугали. А на финише всех ждали медали за участие, вкусные блины со сгущенкой и поздравления родителей. Болели, старались, бежали, старались в пятерку войти. Уже не первое соревнование, очень рады участвовать. Нам всегда очень нравится, детям нравится, бегут с удовольствием. Возможно, кто-то из этих малышей станет в будущем олимпийским чемпионом. А сегодня ребята активно провели время на свежем воздухе, зарядились солнцем и весной. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».